Здравствуй, дорогой друг! У нас с тобой сегодня испытание, которое называется «Ликуйте мои ноги». Финч много раз рисковал, чтобы найти снаряжение, которое могло бы помочь делу, и поиски в арсенале не являются исключением. Его вылазки были очень опасны, так как одна единственная шальная искра могла принести, разнести все это место вдребезги. У нас будет мостинка с обрезом, ну, с булавой. Итак, поехали! Ну что ж, дорогой друг, у нас с тобой мосинка. Кроме мосинки у нас есть еще удушаки. Если хочешь, чтобы у тебя испытание было веселым, делаешь вот так вот, как я сейчас сделал. Это будет очень весело, сразу предупреждаю, веселее нахрен некуда. Не надо бояться, что тебя будут бить инферно. Нам нельзя получить только от кровотечения и от огня. А это мы с тобой как-нибудь уж сдюжим. Бежим дальше, никого не боимся. Вперед, вперед, вперед. Мосинку будем использовать для обезвреживания капканов. Ну и удушайкой будем тушить наших огненных друзей. В кавычках. Забегаемся наверх. Нам с тобой, в принципе, не страшно, что они там снизу удумали. Делаем вот так вот. Если повезет, сразу, может быть, кучку заберем. Ну да, маленько забрали. Дальше мы с тобой идем сюда. Пока мы с тобой будем бегать, умрут другие. Капканов в этом испытании немного. Но они расположены в довольно-таки неприветных местах, поэтому будь аккуратен. Я сейчас, кстати, произвел детонацию бочек при помощи подожженных товарищей. Так вот, в этом, в принципе, тоже ничего страшного нету. Слушайте, вы что, охренели? Товарищи, вы мне перекрываете кислород. Товарищи, вы что делаете? Товарищи, нельзя так делать. Ой, больно. Бьют больно. Вот так вот делаем. Давай, умирай. Срочно. Не хочет умирать, ты представляешь? Ужас. Там снизу уже ломится, в двери стучатся. За мной пришли. Фу. Фу. Если ты попадешь с булавы в голову, то есть шанс, что ты убьешь его. Да опять тут стоят в проходе, загораживают. Вы что, товарищи, ждите своей очереди нахрен. Но есть шанс, что вы убьете его с одного удара. Ой-ой-ой, не-не-не, хочу, не хочу, не хочу. Больно, 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 больно. Больно, больно, не бей меня, дяденька. Слушай, ну вообще каштаска, у меня и стамина закончился, все. Очень хаотичное испытание получается после детонации какой-либо из бочек. Они прям с ума сходят. Ты сейчас видишь, что я не тороплюсь. Здесь вот капканы плотно наляпаны. Вот нам этого вообще не надо. Остался у нас последний товарищ, которому надо прописать пилюлю в голову. А он не хочет, ты прикинь, а? Давай на что делаем? Вот так вот сделаем. Заходим сюда. Все. Вот таким вот образом мы с тобой приближаемся к заключительной части нашего испытания. Все, драгоценный мой друг, мы на точке. Что я могу сказать здесь? Если хочешь всего самого веселого, сразу взрываешь красную бочку вот на одном из вагонов. Это тех практически инферно проведет неистовую ярость. Но больше так не делай, старайся, потому что может случиться так, что остальные инферно, которых ты не хотел видеть, они загорятся, побегут и тебя обнимут в своих жарких объятиях. Поэтому смотри, используй лучше удушайки, собирая кучку инферно паровозиком. Смотри обязательно под ноги, когда бежишь, расстреливай капканы. Их тут 2-3 таких места всего, запомнить очень просто. И следи за временем, чтобы не пропустить контрольную точку, драгоценному дружочек. Вот такие мои рекомендации, довольно простой. Что же, драгоценному дружочек, мы с тобой увидимся в следующем видосике. За тебя большой палец и комментарий. Stay safe and brutal. И увидимся в следующем испытании, охотник.